Спасибо большое. Девушка, вы последняя? Да, что ты, померла там, что ли? Мужчина, отойдите, пожалуйста, там, подальше. Да подождите вы. Ты бы еще пятачками медными не считала. Игорь, какая приятная неожиданность. Ну, девушка, ну вы совсем, удобно, совсем. Конечно, удобно. Я еще на работе. А вечером? А вечером совершенно свободно. Девочка, вы не намерены сегодня работать или как? Нет, ну вы посмотрите, как вам это нравится. Это все от безнаказанности. Пардон. Обслужите вы меня. Я страшно тороплюсь, и вся эта история в мои планы не входит. Извините, но я не имею права выдавать пенсию. У меня другие обязанности. Вы слышали? Позовите начальника отделения, я буду писать жалобу. Работаете в час по чайной ложке, а потом скажете обед. Мужчина, идите в свою очередь. Извините, одну минутку. Игорюш, ну только не в итальянский. На Маяковского открылся грузинский ресторан «Медея». С кем была? Да не была, еще просто слышала. Таня, имей совесть. У тебя очередь до дверей. Там начальница уже требует. Игорюш, я перезвоню тебе, дорогой, хорошо? Что ты лезешь? Не свое дело, Фоменко. Перед Зиминой выслуживаешься? Думаешь, она назначит тебе заведующий отделом? Я переживу, если назначит кого-то другого. Хамство твое надоело. Ой-ой-ой, хамство. Зануда. Ты бы хоть спросил, как у меня дела, что ли? А что спрашивать? Я и сам знаю, у тебя проблемы, иначе ты бы не пришел сюда. Сколько тебе нужно? Да дело не в деньгах. Хотя, если есть деньги, почему бы не поделиться с родным сыном? Тебе уже не 10 лет. И ты сам должен решать свои проблемы. Я понимаю, что тебе есть о ком позаботиться, кроме меня. Стыдись. Если бы не Анна, этой коллекции не было бы. Потому что Аня все мои заботы взяла на себя. Аня. Везде одна Аня. Я тебя никогда не прощу, что ты бросил нас ради ее матери. Променять родного сына на чужого ребенка. Ты прекрасно знаешь, что она бросила институт, чтобы поддержать свою умирающую мать, пока я выплачивал твой карточный долг. Ну, понеслось. Потом мой инфаркт. Разве ты был сиделкой у меня? Нет, ты даже не появлялся в моей палате. А вот это вот все. Вот это кому достанется после тебя? Ой, Валентина Петровна, это не к нам? Не волнуйся, Анютка, это к Тихоновым приехали. А к батюшке твоему сын пришел. И важный такой, и парфюмом за полверсты несет. Понятно. До свидания. До свидания, спасибо. Что-то давно к нам дядя Боря не заходил. Да, это точно. Привет, дедушка. Здравствуйте, дядь Борь. Привет, двоечник. Ну, это как вам угодно. Здравствуй, Боря. Привет. А вы что, даже чай не пили? Давайте я ужин приготовлю и поедим. Нет. Борис не останется на ужин. Он пришел по делу.
мы будем обсуждать вопрос наследства. Садитесь. Оба. Итак, тебе, Борис, я передам коллекцию картин. Хотя ты, конечно, этого не заслуживаешь, но что бы там ни было, ты мой сын. А квартира? Квартиру, безусловно, я передам Ане. Я твой сын! Я должен наследовать, а не... Все равно я квартиру отсужу, когда придет время. Костя, побудь с дедушкой. Ты что творишь? Ты помнишь, что отца микроинсульт был месяц назад? Какой он тебе отец? Втерлась в приличный дом, разбила семью, вся свою мать, да? Не оскорбляй мою мать. Убирайся отсюда. Скотина. Мам. Все хорошо, ты чего, Костя? Мам? Все хорошо. Я пойду к дедушке. Марин, привет. Ну что, ты подменишь меня? Зимину я предупредила. А, да ты что? Ну, выздоравливайте. Нет, все нормально. Угу, пока. Ты обедать пойдешь? Сейчас, секунду. Пап, привет. Слушай, ну, не получается у меня сегодня уйти пораньше, поэтому ты без меня никуда не ходи. Обещаешь? Ну, хотя бы Костю дождись. Хорошо. Дочь возится со мной, как с ребенком. Что же вы ее обманываете? Через весь город приехали один с вашими-то болячками. Слушайте, давайте я вам вызову такси. Нет, нет, не надо. Я прекрасно себя чувствую. Особенно сейчас, когда могу быть спокоен за будущее, Анюты. Ну что ж, оригинал завещания будет храниться у меня. А мне остается пожелать вам только благоденствия и долгих лет. Спасибо. Скорую, да. Ему плохо. Да, сейчас. Аня. Что? Алло, Аня. Скорая? Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, ради Бога. Мужчине плохо. Да, пап, привет. Кто? Как по скорую увезли? Я сейчас приеду. Зря не пошла, там такая вкусная выпечка была. Таня, меня папу по скорой увезли. Ты меня прости, пожалуйста. Ну давай, может, ты как-то сама, ладно, сегодня? Я компьютер забыла. Да выключи, я все, беги уже. Ага, спасибо. Прости меня. Случайно вышло.
инсульт. Вы ему родственница или знакомая? Нет, нет, мы не родственники. Мы с мужем тут сидели, увидели, что человек плохо. Вот его вещи, кстати говоря. Угу. Спасибо вам. Да ну что? Спасибо. Ой, Гриш. Ну дела, слушай, Гриш, ну дела. Ну я тебе все время говорю, пей таблетку. Да ладно. Гриш, у тебя холестерин. И все равно в материальном плане тебе полегче будет. Дед ведь, царство небесное, все деньги на картинки переводил. Марина, что ты говоришь? Ему это сил придавало. А у тебя отнимало. Ничего, ничего, все наладится. Не волнуйся, Зимина поорет, поорет и успокоится. Будешь еще? Я вообще не могу понять, куда делась эта ведомость. Я как раз не работала, когда мне про папу сообщили. Может, ты документ не сохранила? Я сохранила. Мне это на автомате уже. Костя, открой. Здрасте. А почему вы сразу с нами не поехали? Садитесь, я горячее сейчас принесу. Сиди, я сама принесу. Да не суетись, мы уже обедали. Правда, Борь? Будьте как дома, гости дорогие. Марина. Боря, мы зачем сюда пришли? Про завещание спроси. Ну что, сестра, пора решать, что будем делать. Отец не успел. По крайней мере, при нем документов не было. Анька, молчи. Так, вот, ты кто такая вообще? Мы с вами на «ты» не переходили. А дома? В комнате искала? Я вообще не думала об этом. Борь, сейчас пока не до этого. Ты когда будешь квартиру-то освобождать? Нет завещания, значит, все по праву Борина. Боря, ты можешь забрать картины, фарфор, книги. Мама, книги? Да, Костя, книги. А за квартиру мы будем бороться. И если надо, в суде. Напрасно время и деньги потратишь. Удачи. Боря, пойдем. Все, пойдем. Моя мама вышла замуж за Георгия Борисовича, когда мне было 5 лет. И с тех пор я жила в квартире отца. Отчима. Простите, я привыкла называть его отцом. Вы говорите, что отец собирался составить завещание, да? Да, он накануне составил его, но никаких документов при нем не было. К сожалению, в суде выиграть ваше дело будет достаточно сложно. Неподтвержденное родство – раз, отсутствие завещания – это два. Нет, конечно, вас никто на улицу не выгонит вместе с сыном-школьником. Однако это только вопрос времени. Борис Климин – он прямой наследник. Я требую! В конце концов, я единственный сын, понимаете? У меня другая информация. В завещании упомянута ваша сводная сестра. По закону я обязан огласить завещание в присутствии всех наследников. Хорошо.
Дядь Боря, как вы зашли? Вообще-то это квартира моего отца. Мамы нет дома. А я не к ней. Так, мужики, проходите. Значит, снимаем картины. Вот эту в первую очередь. Потом вот эту. Вот это. И вот эту давайте. Что вы делаете? Это же воровство. Иди гаммы своей пиликай. Это не ваши картины, это картины дедушки. Теперь мои. Зачем ты его впустил? Я его не впускал. У него есть свои ключи. Пусти его, это была воля дедушки. Может, отдашь мне ключи? Я отдам. Алло. Алло. Говорите. Гражданка, может, вы слышали или видели саму машину? Нет, мы не видели машину. Машину не видели, да? Нет. Ну, какой-то звук. Так. Просто... Слышали звук? Да, ну, какой-то звук. Звук удара, правильно? Да, такой, да. А я вообще ничего не слышу. Я глухая. Но с 24-й квартиры такой... Извините, вы что-то хотели? Я, наверное, ошиблась. Мне нужен нотариус Котов Андрей Петрович. Нет, почему? Вы пришли по адресу. Вчера вечером на него было совершено покушение. А вы по какому вопросу, если секрет? Вы простите, кто? Следователь Стасов. Я занимаюсь этим делом. А я хотела узнать по поводу завещания. У меня папа умер. А что же теперь делать-то? Все сгорело? Ну, судя по всему, да. А вы здесь первый раз? Напишите мне свой телефон. Я вам позвоню, если Котов очнется. Ага. Спасибо. А я позвоню. Это уже кое-что. Что вы здесь делаете? Тихо, тихо. Уже ухожу. А у тебя прикольная балалайка, кстати. Я заценил. Оп! Ты какой-то нервный пацан. Нельзя так. Где у мамки спрятано завещание? Я не знаю. А знал бы и не сказал. Смелый пацан.
Извините, сын. Анна Петровна, дайте садись. Аня, ты знаешь, что я всегда была очень довольна твоей работой. Но в последнее время ты на себя не похожа. Клиенты жалуются. Месячная ведомость оплаты ЖКХ уничтожена. Ты знаешь, что у нас сокращение кадров. Аня, извини, я остановилась на тебе. Отпустите! Что вы делаете? Не трогайте меня! Не дергайся! Пока просто побазарим. Что вам нужно? Видишь, пока на своих ногах идет. Будешь упираться, будет ползать. И на балалайке своей зубами играть будет. Не трогайте моего сына, пожалуйста. Что вы хотите? Всего ничего. Чтобы уже сегодня вечером вас в квартире Климина не было. Да. И не вздумай в ментовку, курица. Я за тобой смотрю. И что теперь? Всю жизнь прятаться? Надо идти в полицию и писать заявление. Марин, я не смогу доказать, что они мне угрожали. Как я могу рисковать жизнью сына? Ты знаешь, Костик для меня... Да, уж знаю, знаю. Ладно, пару ночей у меня перекантуетесь, но ты знаешь, не больше. Мы сами в двушке, в пятером, как кильки в бочке. Кошмар. Вся жизнь в двух чемоданах уместилась. И в одной коробочке. Ну что за меня такая невезучая подруга? Здравствуйте, тетя Марина. Привет. Костя, как ты добрался сегодня из школы? Да как обычно. А зачем чемоданы? Мы должны уехать отсюда, потому что друзья Бориса не оставят нас в покое. Я никуда не поеду. Надо писать заявление, надо звонить в полицию. Вот и я говорю. Завещание не осталось. У нас нет прав на эту квартиру. Понимаешь ты? Нет, не понимаю. Дед всегда говорил, что ты боец, а ты... Будет так, как я сказала. Костя, а ты не видел бабушкино кольцо с изумрудом? Нет, зачем оно мне? Вчера, когда я пришел из школы, здесь был друг дяди Бори. Может, это он? Квартира, как вы видели сами, требует ремонта. Я поэтому так дешево и сдаю. А документы вы мне покажете? Да, конечно. Давайте пересядем. Да я тебе говорю, твоя так. Голова дубовая. Вот. И паспорт. Так вам нужна квартира или нет? А то любой другой, знаете, с руками оторвет. Да, конечно. А что вы здесь? Вот деньги за 2 месяца, как мы договаривались. Пересчитайте, пожалуйста. Я вам доверяю. Так. А ключи? А, конечно. Угу. Ключи? Да, спасибо. На связи. А мне понравилась школа. Рядовая не значит заурядная. Да, Костя? Угу. Ничего, чай не принц. Привыкнешь. А ты-то, мать, куда ходила на собеседование?
Слушай, проще сказать, где я не была. И ничего. Да уж, подмешурила тебе Зимина с этой записью в трудовую. Бог с ними. Все наладится, Костик. У меня предчувствие. Смотри, смотри, мама сыночка в школу привела. Сыночек красивенький, нарядненький, со скрипкой. Ути-пути, ой, ты мой маленький. Я тебя подвела? Да нет, все нормально. Я справлюсь. Удачи. Слушай, а ты можешь на скрипке-то что-нибудь? Ну, пожалуйста. А памперсы взять не забыл? Давай вали отсюда, пока ветер без кирпичей. Пап, ты накосячил. Прекрасно. Ой, простите, слушай, не заметил. Это как-то аккуратнее ездить. Так. Давайте я вам помогу. Что делать? Отойдите от меня. Так я просто помочь хотел. Не надо мне помогать, я сама справлюсь. Вы что, феминистка, что ли? Ну ладно, давайте, пойдемте. Я тороплюсь, я вас отвезу, куда вы хотите. Пошли. Вы что мне хватаете? Отпустите меня, не трогайте! Вы хулиганка. Сам такой. На Таньку жалобу накатали. Зимина ее уволила, прикинь. Знаешь, меня это уже не касается. Точно? А то Зимина про тебя спрашивала. Будет звонить, не удивляйся. Не будет, она ж гордая. Я тоже в ноги не упаду. Да нет, назад дороги нет. Дороги бывают разные. Посмотри туда. Узнаешь? Это кто? Ильин? Это Ильин. Как ты его нашла? Секрет фирмы. Жди меня здесь. Хорошо? Простите, у вас свободно? Господи, Костик! Привет! Не узнаешь меня? Нет? Марина! Подруга Анютки, ну, Ромео! Точно, да. Привет, как жизнь? Извини, я опаздываю очень. У меня все хорошо, семья, дети. Ты-то как? Куда ты делся? Куда ты слинял 16 лет назад? Ну, как? Работа, дом, работа, дом. Так, ничего особенно интересного. Извини, я правда, перерыв кончается, надо бежать. Как? Анютка? Ты знаешь, а у Анюты все прекрасно. У нее растет замечательный сын. Рад за нее. Увидишь, привет передавай. Салют, дорогая. Какая я тебя дорогая, придурок. Девушка, посчитайте, пожалуйста. Конечно. Алло. Ну, где ты там прячешься? Иди сюда. Давай. Салат «Разбитое сердце». Два. Тебе привет. Как он вообще? Он в шоколаде, подруга. Весь такой из себя. Часики недешевые, парфюм. Вот его надо как взять. Я не буду у него деньги клянчить, ты знаешь. Вот этот твой характер, ну, бесит меня просто. Ваш салат. Ну, ешь салат. Я не буду салат. Я угощаю. Имею право? Ешь, говорю. Разбитое сердце называется. Ну, должны быть тоже обязательства перед сыном. И вообще, может, он обрадуется. Мужики, они гордятся сыновьями.
Да глупости, Марин. У него, кстати, офис тут недалеко. Кольца на пальце вроде не было. Ну, прекращай, вот это меня вообще не интересует. Ага. Так я и поверила. Ой. Ну что? Это было невероятно. Ну, молодец, только много танцуешь, надо силы экономить. Вообще молодец. Никола, уймись. Вечно ты недоволен. Надюх, снимаю шляпу. Вторая пара. А Егорка-то как возле Надюхи-то бьется. Провожу тебя после тренировки. Зачем? Ну, ты девочка. Давайте работаем, первая связка. Пойдем на секундочку. Ты мачо недоделанный. Еще раз прикоснешься к моей дочери, размажу по стенке. Николай Дмитриевич, вы меня неправильно поняли. Я ничего такого не имел в виду. Я, клянусь, больше пальцем не трону. Пап, отстань от него, а? Иди давай. Герой. Да ты у нас герой, папочка. Пришел, увидел, морду набил, да? А тебя часом не Юлий Цезарь звать? Наполеон Бонапарт. То будь девочкой, общайся с мальчиками, то не будь, то не общайся. Ты своей личной жизнью займись, найди себе тетку нормальную, наконец, и ее контролируй. Надюк, ты чего? Стоять! Дай сюда! Дома есть нечего, он уже полквартала на поеду. Ой, разошлась! Говори мне! Я зарабатываю, я трачу, поняла? Петруха, ты у пионера попроси. Сосед, мое почтение. Слушай, на полбанки одолжила. Трубы горят, мочи нет. Простите, не понял. А что тут непонятного? А похмелиться надо. Видишь, тяжело совсем. Я дам, честное слово. Прямо много благодарен. Молодец. Давай, спасибо. О, видали? Красавчик. Ну, признайся, палку перегнул. Я, конечно, понимаю, Надя – это боец, но она девочка. Девочка, понимаешь, девочка, устрой праздник. Не знаю, сюрприз приготовь, подарок купи. Ну, у Надьки день рождения скоро. Ну. Я ей пластинку подарю, ее любимую. Они с Наташкой часто слушали, а я сломал, ну, случайно. Ну, понятно, пластинку. Угу. Угу. Ну, пластинку так пластинку. Приходите еще. Чем интересуетесь, барышня? Здравствуйте. Вот у меня Джо Дассен есть, очень редкая пластинка. А классика у вас есть? У меня все есть, как в Греции, что конкретно интересует. Вот у меня в детстве такая пластинка была, Грига, волшебная музыка. Кажется, у меня есть то, что вы ищете. А вот, прошу. Ух ты. Это самое. Ну вот, видите. А сколько вы за нее хотите? 1000 рублей всего. 1000. Вас чем порадовать? Здравствуйте. Здрасте. 1000 рублей, да, говорите? Ага. Ой, у меня только 500. Может, уступите? Ну, девушка, ну как я опучусь половину? Ну, сами подумайте. Держите. Вот это разговор. Спасибо. Да, нет за что. Вам спасибо. Я бы не смог бы так вот доступно объяснить все. Подождите, а вы что сделали?
Как что? Купил полосинку в подарок для дочери. Но она мне нужна. Ну, извините, мне нужнее. Девушка, может, еще что-нибудь? Давайте подберем. Вот у меня, смотрите, Лемишев, прекрасная подборка. Чудный голос, фотографиями, обратите спасибо. Внимание. Спасибо. И вам всего хорошего. Костя, привет. Привет, мам. Кто тебя избил? Ну, а почему сразу избили? Может, я подрался? С кем ты подрался? В школе? Ой. Что за день сегодня такой невезучий? Одни неприятности. Мне сегодня из-под носа Грига увели. Я прям держала уже эту пластинку в руках. Боже, терпи. Мам, так я могу тебе Грига скачать из интернета. Из интернета это уже не то, Костя. Волшебство исчезает. Ну что, Надюх, поздравляем. Держи. Тихо, подождите, дайте отцу поздравить. Наденька, я, наверное, несносный отец. Плохо готовлю и вообще ничего не понимаю. Тиран, наверное. Но я тебя люблю. Тихо, 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 подождите. Это вот тебе подарок музыкальный. Я надеюсь, тебе понравится. Держи. Спасибо. Знаете, ну, не знаю, мы с супругой, в общем, скинулись. И, ну, блузку. Ну, в общем, собрал, да. Держи, что, чем могли. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. А мы кулинарную книгу. Хозяйке надо обязательно, держи. Спасибо. Да, поздравляю. Спасибо. Ну что, вот, как ты любишь апельсиновый. Ой, ребят, разбираем. Давайте, разбираем, ребят, налетаем. Налетай, Кала, бери. Короче, Надюх, с днем рождения. Ура, товарищи! Ура! Ура! Давай. Я надеюсь, вы разберетесь с этой ситуацией, потому что это ненормально, что ребенок приходит домой с синяками. Согласен. Это ненормально. Ваш сын должен защищать себя сам. Вы так не считаете? А мне кажется, что мужские качества проявляются не только во владении кулаками. Костя скрипач, у него скоро ответственный конкурс. Он бережет пальцы. Дай-ка я! Эй, а ну разойдись! Ай! Надюха, ты чего? Да, Надька! Ай! Вадька, Ванька, не видать вам бокса, как своих ушей. Надюх, ты чего? Он сам виноват. Идите отсюда! Давайте! Что? Валите! Ты что, не защищался? Пацифист? У меня конкурс скоро. Я полгода к нему готовился. На скрипке шпаришь? Как? Скрипач? Ну да. Пойдем, провожу Паганини. Как же ты такой разукрашенный на конкурс пойдешь? Да все нормально. Ты ходила к директору? Мам! Ходила. Я должна тебя защищать. Ты понимаешь, что ты только их провоцируешь. Мне уже не 3 года. Хватит меня защищать. Костя, я обещаю, что мы снимем квартиру в другом районе. А я с офигенной девочкой познакомился. Хотя я уже за это заплатила, за 2 месяца. Мам, ты меня вообще слушаешь? Что?
Она любит Моцарта и занимается боксом. Кто? Девочка, которая меня спасла. И мою скрипку. Девочка-боксер? Угу. Это оригинально. Рождение, мой солнечный лучик. Сегодня ты стала на год взрослее, значит, в мире прибавилось света и добра. Счастья тебе, солнышко. Люблю. Спасибо, мамуля. Нет, нет, нет. Господи, какая я тетка. Нет, я не могу. Сударыня, вы от кого-то прячетесь? Нет. Я работаю еще. Прекрасно. Мне как раз нужен продавец-консультант. Скажите, вы читать любите? Да, очень. Прекрасно. Образование высшее? Нет, среднеспециальное. Прошу прощения, но, наверное, не сможем друг другу помочь. Дело в том, что здесь нужно знать литературу. Разбираться в живописи, но что помогать клиенту. Как говорил великий Саадия, говори с людьми в соответствии их разуму. До свидания. Кто после разговора с вами не бывает доволен собой и своим умом, тот и вами вполне доволен. Лабрюер, мне кажется, не менее актуально для продавца. Вы, если не хотите человека брать на работу, не надо его унижать. Ну, подождите, подождите. А кого из художников вы любите? Зачем вам? Ну, мне так нужно. Мой отчим очень любил импрессионистов. У него даже были эскизы Коровина. Подождите, почему были? Потому что он умер. Извините. Я пойду, я действительно ищу работу и тороплюсь. Погодите, куда вы побежали? Вы уже нашли работу? Нашли. Вы меня берете? Конечно. Серьезно? Да. Надя, не глупи, позови отца. Пожалуйста. Люба? Коля, Коля, я так по тебе соскучилась. Прости меня, пожалуйста, я такая дура. Я не могу без тебя. Ну, прости, 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 прости. Пап, да у нее просто деньги закончились. Надя, ты злая. Ничего, подрастешь, поймешь. Сейчас. Пап, если ты с ней снова замутишь, то я уйду из дома. Коля, а давай начнем сначала, а? Давай все забудем. Ну, ну вспомни, вспомни, как мы было хорошо. Ну. Что, Сироткин уже не устраивает? Да я давно с ним рассталась. Ну, ну давай забудем. Ну, я была глупая, дура была. Ну, пожалуйста, давай начнем сначала. Ты слышала? И что? Ты теперь всегда под нее подстраиваться будешь? Тебя проводить? Давайте я вас отправлю. Ой, как волнительно. Давай, давай. Правда, я плохо вот расскажу. Костик, ну что ты крутишься? Ты кого-то ждешь? Мама, это сюрприз.
Ничего. Здравствуйте, Герман. Добрый день. Здравствуйте. Привет, Паганини. Привет. Мам, это Надя, я тебе о ней рассказывал. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас узнала, мы вас из лужи окатили. Отец извинился? Ну все, мне пора. Удачи, сынок. Ну, пойдемте. Костик, не переживай. Второе место – это тоже неплохо. Да я бездарность. Сынок. Погоди, не хватит ныть. Ну, не поедешь ты в Австрию сейчас, съездишь лет через 5 дикарем. Охота тебе с группой таскаться. Туда не ходи, сюда не ходи. М? Надя права. Надя, а пойдемте к нам чай пить? Я торт купила. У меня сегодня первый рабочий день. Пойдемте. Ты на всех фотографиях с дедом, а отца что, нет? Отец Кости погиб за полгода до его рождения. Понятно. У меня мама 7 лет назад умерла. Какие прикольные фигурки. Их коллекционировала моя мама. Они мне очень дороги. Они с отчимом даже разыгрывали целые спектакли для меня. Какой смешной. Мама называла его Задира, потому что он все время попадал в какой-нибудь переплет из-за своего характера. Прям как мой папа. Я уже подъехал. Одна? А, все, 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 я тебя вижу, все. Привет, пап. Привет. Это Костя, я тебе про него говорила. А это тетя Аня, и вы уже знакомы, как бы. Здрасте. У вас прекрасная дочь. Я надеюсь, ей понравился ваш подарок. Пойдем, Костя. Надя, очень приятно было познакомиться. Заходите к нам почаще. Хорошо. Чего? Пойдем. Ну вот. А я думал, что с ума схожу. Привет, Анютка. Здравствуй. Не ожидал тебя увидеть. Так это значит, тебя я каждый день на остановке вижу, когда на обед иду. Возможно, я во вторую смену работаю, к обеду приезжаю. Наверное, меня. Я могу помочь? Помню, ты фантастику любил? Да нет, у начальницы юбилей. А что она любит? Путешествовать. Ну, тогда, может быть, путеводитель по Европе. Ага. Хороший подарок. А помнишь, твой отчим меня экзаменовал при первой встрече? Я чуть не сбежал. Привет ему передавай. Папа умер недавно. Вот то, что тебе нужно. Прости, я и не знал. О, прекрасный выбор. Любите путешествовать? Да, и это подарок начальнице. Вань, может, пообедаем? Нет. Нет, нет. У меня очень много работы. Да ничего, ничего, я справлюсь. Спасибо, Инесса Валентиновна. Подождешь меня минутку?
ты где так английский выучил? А я в лицее учился с уклоном. Ну и дед натаскал, он у меня 5 иностранных знал. Скучаешь по той жизни? Жизнь одна. Обстоятельства разные. По деду скучаю. Да, привет. Я у Фоменко. У Кости. Могу и сама доехать, не маленькая уже. Хорошо. Отец меня сейчас заберет. О, соседушка, здорово, дай тебе обниму. Не надо, дайте мне пройти. Подожди, подожди, подожди. Понимаешь, что такое дело? У моей Зинки Дюха сегодня. А дайте мне пройти. Все закончились. Ну, 30 рублей. Я должен на подарок. Я дам, честное слово. У меня нет лишних денег. Дайте мне пройти. Да, посмотрю-то. Вы что делаете? Отдайте мою сумку. Отдайте мою сумку. Отдайте. Отдай. Чего? Ну-ка, встали, пошли. Так, господа алкоголики, еще раз, хоть один недобрый взгляд в сторону соседей. Будете иметь дело со мной, понятно? Понятно. Все, брысь, брысь отсюда. Давай, давай. Ну что, ты что, не пристал? Идите, идите, идите. Это что, самый бессонный? Вижу я, дверь это давай закрывай. Спасибо. Не привыкли мы еще к такому соседству. Они только недавно из центра переехали. Ну, мы пойдем. Может, чаю попьем? Я торт купила. Давайте. Ау. А вот салфетка. Извините. Ничего страшного. Папа, ты до сих пор считаешь, что все музыканты хлюпики? Ну, это так же верно, как и у всех боксеров. Головы отбиты. Папа, у меня философ. Да, чуть не забыла. Вот. Нет. Держите, держите. Я не могу. Это подарок. Это компенсация за все неприятности, связанные со мной. Берите. Спасибо. Я поставлю? Мне папа такой же подарил, когда мне было лет 12. Я очень любила ее слушать. Представляла, что я переношусь в волшебную страну. А потом она куда-то пропала. Надя, держи. Теперь задира твой. Но это же память о вашей маме. Я знаю. Но также я знаю, что я отдаю его в надежные руки. Спасибо. Ну что? Теперь сам видел, тетя Аня хорошая. Просто у них в жизни черная полоса. Брат из квартиры выгнал. Приятель брата кольцо украл с изумрудами. Мамино кольцо. Да молчи уж, адвокат. Твоя тетя Аня сама виновата. Бороться надо за свои права. Так завещания же нет. Как ты не понимаешь? Ну, признайся, она же тебе тоже понравилась. Нормальная женщина, как все.
Алло. Да, привет. Встретиться? Да, могу. До завтра. Вчерашний? Стоп. Интересно, а кто это вчерашний? Человек, которого я не видела 17 лет. Человек, которого я любила всю жизнь. Да? И кто он? Он отец моего ребенка. Знаете что, мамушка? Иногда возобновлять старое знакомство некоторым образом вредно. Он особенный. Очень интересный мужчина. И ты его волнуешь, не сомневайся. Знаешь, я хотела тебе кое-что сказать, что-то очень важное. Только не перебивай меня. Хорошо. Ты же знаешь, что у меня есть сын, которого я родила 16 лет назад и назвала тоже Костей. Ты его отец. Я очень счастлив. Правда? Правда. Он очень похож на тебя. Ниночка, ну все не так, я объясню. Хорошо гуляешь на мои деньги. Шампанское, торт. Только раньше шлюшки были помоложе. Я сама все сейчас объясню. Свободная. А ты, пупсик, ищи новую работу. И новую дуру. Мама. Доброе утро, мам. Привет. Ты не спала? Кажется, я заболела. Я побуду с тобой? Нет. Нет, иди в школу.
Все будет хорошо. Дай мне телефон, пожалуйста. Угу. Спасибо. Константин Маркович, вы извините, ради бога, я сегодня не смогу прийти на работу. Кажется, у меня ангина. Угу. Надь, ну-ка, попробуй. Попробуй. Осторожно. Осторожно. Шедевр, а? Шедевр! Ну и зря. Они не смогут прийти. В смысле? Так. Ну-ка, набери, давай. Алло, Костя, передай, пожалуйста, маме трубочку. Анна, добрый день. Проблемы они уходят, приходят, а мясо по-венгерски я один раз в году готовлю. Да? Ну, может, все-таки... Ясно. Поддался на твои уловки, Надежда. Пап, ну ты куда? В клуб. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Фоменко? Да. Распишитесь. Всего доброго. Константин Маркович, не оплакивай смертный вчерашних потерь. Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь. Ни былой, ни грядущей минуте не верь. Верь минуте текущей. Будь счастлив просто в идеальном состоянии. Ага. Чувствую, здесь только вот печать трачена. Да, не очень хорошо. Я поставила, соответственно. Ну, приемлемо. Вот. Здравствуйте. Здрасте. Константин Маркович, спасибо вам за поддержку. Это рассыпалось на молекулы. Инесса, извини, пожалуйста. Иди сюда. Во-первых, это тебе подарок. Во-вторых, ангина за один день не проходит, поэтому рассказывай, что случилось. Мой прекрасный принц оказался редким мерзавцем. Мало его, меня, жену. Ну вот, благодари Бога, что он вовремя открыл тебе глаза. Ты достойна большего. Знай себе цену, Аннушка. Из-за него я обидела хорошего человека.
Ну что, как вчера прошел семейный ужин? Да никак. Да женщина меня с ума сведет. В каком смысле? Прямого. И настроение меняется 10 раз на дню, как по минному полю. Ну что, ну тогда брось это дело. Не могу. Она бесит меня до дрожи, но вот все равно думаю о ней. Ну тогда, старичок, терпи. Знаешь, женщины не такие, их завоевывать надо. Цветы дарить, песни петь, копья ломать. Кто такая? Извините, а вы кто такие? Гена, вызывай полицию. Так, стоп. Мы хозяева этой квартиры. Таня, покажи документы. Мы эту квартиру снимаем. Костя, принеси договор. Вы не можете снимать эту квартиру, потому что мы ее купили... Здравствуйте. Здравствуйте. 3 месяца назад. Купили. Ну, а мы сняли эту квартиру на 2 месяца. Я заплатила деньги. Мы никуда не уедем отсюда. Вы читали договор? Здесь же черным по белому написано. Деньги платятся только за информацию. Я понимаю, что вам впятером тесно, но... Ну, хотя бы на пару ночей, Марель. Хорошо, я жду. Угу. О, соседка, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы что с вещами? Что случилось? Нам идти некуда. Ну вот Юдрин Матрюн-то. Нет. Ладно, пойдем ко мне. Да ты не бойся. У меня мужика на 15 суток посадили за драку. Так что... Вам кого? А я, собственно, к Анне Фоменко. Это же ее, по-моему, квартира. Ваша Анна – квартирная аферистка. Это наша квартира. Прошу вас, не приходите и не звоните. Мужик, не доводи до греха. Подождите, не кипятитесь. Куда они поехали? А я откуда знаю? То есть ты выставил женщину с ребенком на улицу и даже не поинтересовался, где они будут жить? О, привет. Добрый день. Здрасте. Ну, а чего вы за помощью-то не обратились? Да зачем вам наши проблемы? Мы пока здесь поживем. Завтра я пойду искать квартиру. А поживите у меня. У вас? Да вы что? Мы едва знакомы. Ты что, меня боишься? Не надо. Я обещаю, не посягну на твое личное пространство. И потом, я дом почти не бываю. Ну так, ночевать приезжаю. Ну и в конце концов, я же тебе не замуж предлагаю выйти, только пожить. Ну, я не знаю. Костя, ты как? Ну, лично я не против. Ну, тогда мы будем платить вам за комнату. Хорошо. Это тебе, кстати. Спасибо. Костик, давай, собирай вещи. Давай.
Странно, что Костик такой тощий на ваших-то блинах. У него генетика такая. Физкульт, привет. Я думаю, мне это снится, а это на самом деле праздник у нас на кухне. Ничего, что я тут хозяйничаю? Да нет, конечно. Эй. У вас в холодильнике вообще пусто. Кефир и полкурицы. Вы что, вообще дома не едите? Подростку нужно полноценное питание. Да, папочка. Всем доброе утро. Доброе утро. Спортсмену что нужно? Белки и медленные углеводы, а вот выпечка ни-ни. Ну и не ешь. Ну куда-то, куда-то. А у меня растущий организм. Мне надо. А руки-то все помыли? А может, сходим куда-нибудь все вместе? Ну, в воскресенье все-таки. В Талице. На рыбалку. Ага. На рыбалку. Будет весело. Нет, так не делай, так не делай. Крючком зацепишься. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Не тяни, не тяни. Угу. Вот так вот и стой. Ага. Ничего. Все, вот так вот и стой, я пойду мангал проверю. Осторожнее. Так. О, хорошо, хорошо. Ёлки-палки. Мама! Ань! Ань, иди сюда. И давай. Надюх, давай машину, там плед и мой костюм. Хорошо, давай. Пап. Я вообще-то воды боюсь. Осторожно. Я случайно. Давай. А уточку? Да бог с ней с удочкой. Пошли. Ну ты даешь, а? На секунду отвернулся, ты уже в воду. Давай, давай, давай. Передай своему мужу Лузову, что я ему голову сверну, если завтра не вернет мне бабки. Ясно? Ничего себе встреча. Послушайте, я знаю, что это вы взяли кольцо моей мамы, но если вы не успели его продать, я готова у вас его выкупить. Вы ошиблись. Но вы поймите, моя мама носила его всю жизнь, она его даже не снимала. Какое кольцо? Какая мама? Иди отсюда! Мать, это кто? Что ей нужно? Да я не знаю, я в первый раз ее вижу. Ну извините, ну пожалуйста, верните мне кольцо. Оно не такое ценное, просто оно дорого мне, как память. Ну, верните. Да пошла ты отсюда. Так, что происходит? Стой, ты что? Я знаю, отпусти его, не души его! Это мужик, который кольцо украл. Отпусти, говорю! Какое кольцо? Я их не знаю! Отпусти, я сказала! А вот оно, кольцо! Какое еще кольцо? Это мое кольцо. Мне Мася подарила. Это мое кольцо. Иди в машину, дура. Не дергайся. Значит, вы утверждаете, что кольцо, которое находится на гражданке Ивановой, принадлежит вам? Да. А какие-то особенности у него есть? Детали? Да. Там на большом камне есть маленький скол, а внутри кольца инициалы моей мамы L и M. L и M. Гражданка Иванова, дайте кольцо. Так, скол имеется, инициалы. Все верно. А вам, гражданка Иванова, надо быть разборчивее с мужчинами.
Так, ознакомьтесь. Угу. Если нет возражений, распишитесь. Не спится? Как ты меня напугал. Я тоже не могу уснуть. А Костик спит, как младенец. Давно не видела его таким счастливым. А ты? Тебе как? Понравилось? Да. Конечно. Было как в детстве. Кольцо нашлось, чудо какое-то. Спасибо тебе. Ну вот видишь, мы уже на «ты». О, а что это вы тут делаете? Домашку твою по физике делаем, вот что. Совсем забыла. Зачем ты пришел? Извиниться за тот вечер. Прости, я не знал, что так. Не знал, что ты женат? Я и не говорил, что я свободен. Ну, конечно, ты всегда был мастером туманных фраз. Аня, ну не надо так. Убери руки. Просто я, когда тебя увидел в первый раз, нахлынули воспоминания, и я понял, что я могу сделать тебя счастливой. А жена? Ну что жена, жена? Жену я люблю, мне с ней хорошо, но ты-то совсем другое. Ты мечта моей юности. Ты мать моего сына. Я хорошо зарабатываю. У меня хороший... Я не понимаю, ты мне что предлагаешь? Стать твоей любовницей? Мне тошнит от тебя. Познакомь меня с сыном. Как ты себе это представляешь? Костик уверен, что у него нет отца. Тут вдруг ты появляешься? Тебе зачем это, Елена? Ты в папу захотел поиграться? Что тебе нужно? Ань, ты же меня знаешь, я все равно добьюсь, чего хочу. Зато ты меня не знаешь. Не смей. Если ты сунешься к моему сыну... Кто это был? Клемен? Нет, это мое прошлое. Следователь звонил. Нотариус пришел сознание. Ты представляешь? Так, ура. Куда едем? В больницу? Да. Оригинал завещания вашего отца уцелел. Господин Котов хранил оригиналы всех своих документов в своем несгораемом сейфе. Преступник об этом знать не мог. И завещание при пожаре не пострадало. Все мое имущество, кое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я распределяю между падчерицей Анной Петровной Фоменко и сыном Борисом Григорьевичем Клеменным. Сыну коллекция картин, падчерице квартира и все недвижимое имущество. Содержание статьи 1.49 Гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено. Текст завещания написан мной лично, ну и тому подобное. Что ж, если такова была воля отца, я, конечно, квартиру верну. Но только после оплаты ремонта.
Я на минуточку 100 тысяч потратил. Не торопитесь, гражданин Тымин. Идем дальше. Покушение на гражданина Котова. А ко мне это имеет какое отношение? Я надеюсь, господин Зырин вам освежит память. Задержанного введите. А вы, Анна Петровна, свободны. Вам спасибо. Садись. Николай Дмитриевич, здравствуйте. Привет, звезда. Что ты здесь за концерт устроил? Тебе деньги нужны? Зачем? У мамы скоро день рождения, и я хочу сделать ей подарок. А почему мне не сказал? Так я сам хочу. Сам? Ну, молодец. Давай собирайся. Пошли, партизан. Давайте ей сюрприз какой-нибудь устроим. Пап, ты же у нас в этом деле непревзойденный мастер. Кость, скажи, что она любит-то? Ну, живопись, музыку. Костика! Давайте посадим Костика в большую картонную коробку и перевяжем его синей лентой. Для тети Ани это будет лучший подарок. Нет, у меня есть идея получше. Мама будет в восторге, только ее надо будет увезти куда-нибудь на один вечер. Хорошо, я это возьму на себя. Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука, от мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Тетя Аня, так вам. Здравствуйте. Ты что здесь делаешь? Как ты узнал, где мы? Твоя начальница в магазине была очень любезна. С днем рождения, Анют. А вы, собственно, кто такой? Может быть, представишь мне? Это Костя Ильин, школьный товарищ. И отец Кости. Сынок, твоя мама не очень рада меня видеть. Но мы ведь всегда можем встретиться с тобой, поговорить по-мужски. Костя, я тебе все объясню. Я не хотела тебя обманывать, просто этот человек... Я ничего не знал о твоем рождении. Мать не сообщила мне. А как я тебе могла сообщить? Если ты куда-то делся, ты уехал просто и все. Сынок, я правда ничего не знал. Я даже никаких твоих фотографий не видел.
Может быть, давай вместе сфотографируемся с тобой? Ты что, совсем с ума сошел? Ты что такое? Перестань, ты что делаешь? Убирайся, ты что, с ума сошла, что ли? Ты что вытворяешь? Ну, прекрати немедленно! Я тебя не видела, ты понял меня? Ну-ка, спокойно, Аня, успокойся. Спокойно, пошел вон отсюда. Ухожу, ухожу, спокойно. Все, успокойся. Костя? Костя, ты куда? Не надо, Костя. Костя, ну ты рванул. Слушай, давай прогуляемся. Пойдем. Нет, я не понимаю. Может, ты мне объяснишь, зачем она выдумала эту историю про эту аварию, в которую я никогда не верил? Что, правда не верил? Я думал, он настолько жалкий, что она не хочет с ним общаться. Ну, сказать по правде, не Ален Делон. Пошутила. Я пошутила. А вообще, мне кажется, я ее понимаю. Она боялась, что ты ее не поймешь. Ну, причин, по которым они расстались. И твоя реакция как раз доказывает, что не зря. И вообще, у тебя такое событие, отец нашелся, а ты ноешь. Радоваться надо. Стой, Надя. Зачем люди все усложняют? Я не смогу жить, если Костя не простит меня. Он самый главный человек в моей жизни. Ты поэтому замуж не вышла? Замуж? Ну, как-то не до личной жизни было. Я же сначала ждала, что Ильин вернется и будет счастлив, что у него есть сын. Потом мама умерла, потом отчим и два инсульта один за другим. Я тебя понимаю. Я знаю. Господи, хоть бы Костя простил меня. Не волнуйся. Костя настоящий мужчина. Я бы хотел бы такого сына иметь. Да. Я давно хотел тебе об этом сказать. Привет. Как настроение? Было лучше. Ты меня не обидишь, Бессонов. Давай спокойно поговорим о нас. А нас нет. У тебя кто-то появился? А вот это не твое дело. А ты изменился. Ну, было бы странно, если бы я не изменился. Извини, мне нужно инвентарь собрать. Я позанимаюсь пока. Пожалуйста. Спасибо.
Алло. А Николай, он сейчас немножко занят. Может быть, что-нибудь передать ему? Ну, тогда вы завтра позвоните, хорошо? До свидания. Девушка, извините, а вы Анна? Да, а вы? А я Люба. Любовь. Не понимаете? Вот, передай Коле. Он вчера забыл у меня. Так это я с вами вчера разговаривала. Да. Хорошо, я передам. Спасибо. Извините, я тороплюсь. Что Борис не успел всю мебель вывезти. Кстати, забыла. О, а я думаю, я его потерял. Откуда он у тебя? Люба с утра принесла. А. Послушай, я не знаю, что она тебе рассказала, но между нами уже давно ничего нет. Не надо. Я не хочу больше ошибаться. Николай Дмитриевич, с вами все в порядке? Егор, иди в раздевалку. Купи кольцо, сделай предложение. Да, Кость. Ну, вы держитесь там. Я позвоню вечером. Что случилось? Да тетя Аня заболела, с высокой температурой лежит. Костик уже не знает, что с ней делать. Вот характер, а? Ведь не позвонит и не попросит помощи. Не позвонит. Ну и ладно.
Ладно, пап, я пойду уроки делать. Угу. Давай. Сама все. Ничему жизнь не учит. Вали из дома, он клюнул. Вот это не очень на больное похоже. В общем, вот лекарства, вот витамины. Хорошо, что сам пришел. Я думала, ты никогда не догадаешься. Я соскучился. Я как будто заблудился в другой вселенной, без тебя. Я тоже многое поняла за эти дни. Теперь я знаю, что такое ревность. Тебе не придется ревновать меня. Я тебя никому не отдам. Будешь гнать меня. Не уйду. Ну что? Начнем все сначала? Что, дадим им еще немного времени? А что, если что-то пойдет не так? Сами разберутся, не маленькие уже.